Баку – это город, который ласкает. Баку – это город, когда вспоминаешь воспоминания детства. Это когда стояли аппараты газированной воды и стоял стакан. А нам дома давали такой стакан одноразовый, чтобы мы пили из него. Но мы пили из стакана, который был в этом автомате. А в этом автомате пили все. И когда ночью была темная ночь и не было камер, эти стаканы никто не крал. И вот это вот тот самый Баку, где все всегда добро, где все всегда музыкально. Это город музыки, это город большого сердца, это город гостеприимства. Для меня это просто моя самая любимая родина.